профессий самых важных только есть одна, только есть одна. Тысячи людей объединяет разных и зовут их просто мастера. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зно, и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зно, и в холода. Да, да, строители, 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 призвание навсегда. Проекты воплощайте в жизни, стройте на века, стройте на века. И трудитесь так, чтобы в родной отчизне люди были счастливы всегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Да, да, строители, 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 призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Да, да, строители, 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 призвание навсегда. Друзья, всем привет! Как вы уже догадались, сегодня День строителя. Хочу поздравить всех строителей с праздником, пожелать им здоровья, счастья, удачи, всего самого и самого наилучшего. Ну а мы начинаем свой обзор. Цементная слободка, видите, с Днем строителя, только нужно смотреть вот с дороги, как едешь. Попытался зайти с другой стороны, а там обрыв, прям на самом обрыве поставили. Ну и посмотрите бункер, каким материалом, вот обсыпали песком, утрамбовали, и вот этим материалом сейчас обшивают. Ну, затем, наверное, сверху грунтом плодородным отсыпят, чтобы травкой поросло и не сползало при дождях. Ну и вот посмотрите, с утра вчера увидел такой вот длинный составчик и со Змеинки пытался его снять, думал, на арке пойдет. Это вот часть состава из того длинного состава, который тащил магистральный тепловоз.
Крымской железной дороги. Ну, а сейчас они пусты, это часть только всего состава, и вот пошли они на Тамань. Впереди тепловоз маневровый и сзади маневровый, это тепловозы ТЮСа. Ну, доехав почти до Арок, он там встал, какими-то делами заниматься начали, ждал. Ну и не дождался. А все-таки день строителя. Достаточно много тоже вагонов, там платформы впереди, и вот можно посчитать, сколько железнодорожный кран, и сзади еще один тепловоз. Вдвоем тащили. Ну что сказать, начали так масштабно отсыпать подходы. Видимо, вчера вот этот большой состав был, это пробный такой вариант был. Ну а со стороны Таманской работает электробаластер, тоже недалеко от Арок. И потом на момент, когда я там летал, он работал в самих арках, в арке в железнодорожной. Ну его, посмотрите, как коптит. На горочку идет. Да, дорогие друзья, уже почти середина августа. И не минуем тот час, когда все это закончится. Ну и вот посмотрите, электробаластер вышел за арки. Я немножко ошибся. И движется к составу, который встал. И, видимо, его ждал. Очень долго стоял, но вот они, пустые вагоны. Все, выспали на Керченское направление. Дошли почти до путепровода Керчь-Аршинцево, железнодорожного путепровода. Постояв там, он начал отъезжать, ну, чтобы не мешать электробаластеру. Отъезжал, так я и не дождался, когда он поехал. Начал переезжать на другую точку. Ну, это вот со стороны острова Тузлы мост. Техники много работает. На Тузле работают там сварочные аппараты, стыкуют рельсы между собой по 440 метров. Ну и, видите, вот отъехал он еще ближе к мысу Огбурун поезд. Это Змеинка. Много, кстати, народу здесь отдыхающих. Ну, а мы перемещаемся с вами опять на Цементную Слободку. То мы снимали со Змеинки, только вот один плакатик вот этот повесили там. И мы вот на Цементной Слободке, посмотрите, начали ставить шумзабор трехметровый. Здесь он будет от начала от 307 опоры до 287 опоры. Завезли вот сюда и панели, и решетки для ходков, для обслуживающего персонала. Здесь все вместе. Ну а вот заметили мы с вами, что начали ставить шумзабор. И давайте полетим в сторону моста. Пока я вот доехал, объехал весь город, там километров 20, наверное. Ну, может быть, чуть поменьше. И этот длинный составчик я застал. А здесь идет пескоструйка, последние там 2-3 пролета осталось покрасить. И подготавливают поверхность к покраске. На мосту уже весь щебень, надо полагать, отсыпали, потому что работает тут вот уже и ВПРСки работают, электробаластер. Ну, уже сыпали. Ну и вот, я думаю, что засыпали. Многие спрашивают, для чего на мосту щебень. Ну, он предотвращает смещение рельсо-шпальной решетки и не дает ей ни в плане, ни в профиле уходить в сторону. Так что обязательно щебень нужен. И здесь тем более специальные корыта для него сделаны были. Насыпали и забыли. Многие говорят, вот лишняя нагрузка. Ну, дорогие друзья, здесь все рассчитано и под эту нагрузку. Так что можно не переживать. Составы, грузовые составы, рассчитана нагрузка. Ну, естественно, она с запасом до 7100 тонн. Под один состав. Так что вот посчитайте, сколько вез
крымский тепловоз, 44 вагона со щебнем, 2 теплушки, и сзади еще тепловоз маневровый был прицеплен. Вот посчитайте, сколько там было тонн. Ну, я думаю, там раза в 2 меньше, наверное, было. Так что запас здесь приличный, плюс этот щебень, все учитано. Ну и вот мы потихонечку подлетаем с вами к этому составчику. Давайте на него посмотрим. Работают люди здесь еще. Вот этот борт корыта, стенки корыта тоже закрывают изоляцией по центру. Ну и вот он, этот состав, он стоит на керченском направлении, и электробаластер на нем же. Он отработал уже, и вот пока я доехал сюда, баластер исчез в неизвестном направлении. Ну, вернее, направление известно, но исчез. Вагоны порожние. То есть порожняк. Вот теперь мы уже тоже много с вами терминов железнодорожных знаем. Ну вот посчитайте, это часть, всего лишь часть того состава огромного, который пришел с Тамани в Керчь. Ну вот такой ролик. Теперь оставляю вас в этот знаменательный день, День строителя. Поздравляю всех еще раз с праздником, дорогие друзья. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал. Пальцы вверх, а кому не понравилось, делайте то же самое. Всего вам хорошего и до новых встреч.